На льду Татьяна Арнольдс и Максим Ставицкий! Татьяну и Максиму к этому этапу готовил Илья Авербух. Песня «Благодарю тебя» и очень хочется пожелать ребятам успеха. Благодарю тебя за песенность города и откровенного и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла, Благодарю тебя за то, что по судьбе прошло, за то, что ты другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. Тоже аплодирую вместе со зрителями. Мне очень понравилось это выступление. Главная задача тренера в любом виде спорта – показать то, чему он научил. То, что лучше получается у его воспитанников, а и вовсе. Ну вот сегодня Илье Авербуху это удалось очень здорово. Были видны необыкновенные физические данные и выразительность Максима, элегантность Татьяны. И Таня делала только те элементы, которые у нее хорошо получаются. Правда, вот чувствовала, что некоторые элементы из программы в программу переходят. Но в этом же нет никакого криминала. И в итоге безошибочно.